Коч – это судно 16-17 веков, которое использовали поморы, то есть жители Беломорского побережья. В первую очередь поморы строили кочи для того, чтобы заниматься рыбным, зверобойным промыслом. И также стоит сказать о достаточно высоких мореходных качествах этого судна, которое могло заходить как в реки, так и бороздить арктические моря. Коч можно отнести к народному судостроению, поэтому вариаций конструкции было бесчисленное количество, но в целом коч представлял собой палубное судно с навесным рулем, причем это одно из первых русских судов, которое имело руль. До этого в основном суда оснащались веслами для руления. У коча был прямой парус, то есть лавировать это судно не могло, могло ходить только под прямым ветром. Также у коча был довольно интересный корпус по своей форме, он был довольно округлый, что позволяло льду выжимать его на поверхность, а не раздавливать просто как такое вот небольшое суденышко. Форма корпуса коча позволяла вытащить его на лед и тащить за собой волоком. Также на Ямале между реками были участки, которые позволяли перетаскивать это судно по земле. Кочи отличались своими размерами, были у нас кочи малые, были кочи побольше. В среднем длина этого судна составляла около 15-20 метров, на борт принималось от 15 до 40 человек и перевозилось около 20 тонн грузов. При попутном ветре коч мог развивать скорость до 6-7 узлов. Корпус коча был изготовлен из досок, которые устилались внахлёст и связывались корнями деревьев. Либо это были какие-то другие растительные волокна, мы можем видеть на одном из элементов корпуса, который представлен в нашей экспозиции. Более мелкие щели очень часто конопатились мхом. В нашем музее есть образец форштевня, то есть это передняя часть коча. Ему примерно 300-400 лет, и обнаружен он был в ходе экспедиции Михаила Ивановича Белова в 60-70-х годах прошлого столетия. Несмотря на солидный возраст, этот фрагмент выглядит очень хорошо, во многом потому, что кочи у нас использовались в Заполярье, где вечная мерзлота, поэтому древесина там в земле сохраняется, как в холодильнике. Поморы использовали кочи для того, чтобы доходить до самых далеких земель, вплоть до арктических архипелагов, например, до Новой Земли, до Шпицбергена, и доходили вплоть до побережья Западной Сибири, до Обской губы, до реки Тас, где у нас был основан город Мангазея и так далее. Причем коч очень часто служил не только средством передвижения. Например, нам известно, что в Мангазее несколько исп было построено из досок, из которых был создан сам коч. Из известных полярников коч использовал Семен Дежнев в своей экспедиции на северо-востоке Евразии. Напомню, что Семен Дежнев и Федот Попов впервые прошли Берингов пролив, тем самым доказав, что Азия и Америка у нас разделены, и после них это еще мало кому удавалось на протяжении сотен лет. А в нынешнем году с Колымы реки вышел я со товарищей для прииска новых землиц и проливу в теплое море. Шли мы 60 человек на 6 кочах, служивые, купцы да охочие люди. В устье Колымы реки повстречали коч с разбойными. Кои тоже пошли вслед за нами. За Чиунской губой два коча погибли, два других льдами затерло. Мы же во льдах непроходимых мерзли и в водной пучине гибли. И к концу похода только 13 людишек твоих в живых и осталось. В отличие от английских и голландских судов, которые в 17 веке не могли пройти дальше западной части Карского моря, кочи спокойно бороздили эти воды. Это обусловлено тем, что кочи имели более скромные размеры и могли заходить даже в западносибирские реки. Таким образом, коч внес большой вклад в развитие
освоения Арктики и в освоении арктических морей в 17 веке.